семейном парке «Фэмили» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню единства народов Дагестана. Мероприятие было организовано отделом по делам молодежи и туризма совместно с отделом культуры муниципального образования город Хасавюр. Работники Дворца культуры «Спартак» и творческие коллективы продемонстрировали музыкальные номера для горожан и гостей города. Слово для торжественного открытия празднества было предоставлено управляющими делами аппарата администрации Гаджиялу Магомедову, который в своей речи сказал, что многонациональный Дагестан славился многовековыми традициями и обычаями, а также крепкой дружбой и единством народов. Дагестан, ребята, это союз, многовековой союз многих национальностей. Более 30 коренных национальностей здесь проживают, и еще 100 национальностей, которые наш приехали к нам с других мест. Ребята, сегодня Дагестан является примером интернационального сотрудничества. Дагестан является примером во многом. Особенность отмечаемого празднества заключается в сплоченности народов, живущих в Дагестане, в том числе и в Хасавюрте, обозначили организаторы праздничного концерта. Вся подготовленная программа содержала в себе национальный колорит. На протяжении всего празднества на концертной площадке царила атмосфера радости и веселья. По словам начальника отдела по делам молодежи Айшата Таева, этот праздник еще один повод показать всем, насколько прекрасен Дагестан, насколько необыкновенны и неповторимы все народности. Мы должны, во-первых, нашему молодому поколению, нашему должны говорить, напоминать о том, что нет, чтобы они не различали. Вот она сегодня на площадке находятся дети с разных школ, разных классов. Мы хотим донести до нашего поколения, до молодого поколения, чтобы они не различали нации, чтобы они дружили, что нет такого понятия «ты какой-то нации, я другой», чтобы они все время дружили, были толерантны друг к другу. Дата 15 сентября была выбрана не случайно. По своей истории зарождения этот праздник тесно связан с событиями, произошедшими много веков назад, когда дагестанские народы сплотились в противостоянии многотысячной армии Надиршаха. Мужественно сразившиеся с недругом показали силу единства. Бика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».